Андрей Новиков, продюсер картины. Добрый вечер, я продюсер картины. Это абсолютно авторский проект Гоши Куценко, которого, позвольте, я представлю. Гоша Куценко. Режиссер, сценарист, актер и стержень этого фильма. Гоша. Всем привет! Привет! Спасибо, что рискнули и пришли. Я сдал анализы сегодня ПЦР, но, как всегда, я сдал сегодня утром, так что мои будут завтра известны, но совесть моя чиста. Друзья, я долго не буду рассказывать. Мы делали эту картину 3 года, и для меня это большое удивление, что она выходит сегодня. Но это в том числе торжество какой-то нашей внутренней правды. Вот за мной стоят друзья мои, актеры, которые бесплатно снимались в картине, и наверняка не заработают никаких денег. Но дело не в этом. Факт тот, что вот нас соединила какая-то идея. И действительно, это произошло очень неожиданно. Вот есть такие картины, которые уже заложены, у них победа уже заложена, хороший прокат. В этой картине не заложено ничего, кроме названия. Парадокс. Это означает, что мы можем претерпеть успех. Парадокс. Парадокс. Я сейчас назову всех моих друзей. В половину не вспомню. Но я не буду это скрывать, у нас все честно. Ровно 2 года назад мы стояли на этой же сцене, и вы видели фрагменты 1,5 года назад. Мы стояли на сцене и говорили какие-то слова, и снимали финал нашей картины, которую вы, надеюсь, увидите, если досидите до конца. Это важно, потому что у нас интрига. Вот. Но я думаю, что мы на самом деле затеяли эту премьеру, чтобы ребята, мои друзья, волонтеры, актеры, все, кто любит кино, кто бесплатно пахал эти 2 года, свободное от основной работы время, просто забухло за бутерброд. И за эту премьеру для нас было важно, чтобы наша фигня дошла до вас. Правда, такого еще не делал никто. Никогда кино не продумывалось актерами, режиссерами, друзья, а потом бум, оно вылетало, и платили прокачивать. Сергей Сарочкин, благодаря этому аплодисменты тебе. Я рад, что ты такой же авантюрист, как мы. Не побоялся ничего, даже ковида. Вот, и мы рискнем. Итак, слева направо. Давайте я буду вот по воспоминаниям. Итак, конечно, сразу 10 актрис пролетело в голове, и все из другого фильма. Любовь Толкарина, ваши аплодисменты, Люба! Люба Толкарина! Уже уехала, так быстро. Но, послушайте, она появится в финале, она будет в хлам, пьяная. Она свое сыграла. Люба, ты же фотографировалась. Она уезжает в Петербург, у нее завтра проба. Итак, погнали. Ирина Теличева, ваш аплодисмент, я же здесь. Пам-пам-пам, пиво. Мы с ней на плакате. Стейкхаус Гудман. Это реклама. Нас приглашал Стейкхаус Гудман, и в итоге кто останется, пожрет с нами стейки. Так, ну что, Андрей Новиков, я его представил, ваш еще раз аплодисменты, продюсер таких фильмов, в которых я принимал участие. Это и «Дикари» с Виктором Шамировым, это «Игра в правду», это «Прошение прекрасно», со мной «Можно происходит». Это те фильмы, на которых Андрей попал, но которые принесут ему славу. Вот. Конечно, моя любимая Ирина Семушкина, режиссер. Делай сейчас билет, хорошо? Поаплодируем. Режиссер с большой буквой «Р». Почему «Р»? Потому что режиссер. Михаил Поляков! Человек, с которого все началось, который снял главный короткий метр «Время жить, время умирать». И, наверное, с этой короткометражки все началось. Когда она вышла, я бы считал, что она незаслуженно обделена коррумпированными метрами нашего кинематографа, вот, за исключением Никиты Сергеевича, потому что он дал нам «Золотого орла». Если, Никита Сергеевич, вы разбираетесь в современном кино, вот,
И Миша Бочек, автор, соавтор, и спасибо ему большое, что он разрешил использовать свой короткометр в нашем проекте, подписал договор на 5 лет. Пам-пам-пам. Если бы не он, то все. Макс, это ты? Это Саша Самойлов, я не идиот, все знаю. Саня Самойлов – это отличный оператор, вдруг он профукал половину материала. Поаплодируем ему, и благодаря Саше Самойлову, короткометражка «Ирки» вошла без сокращений. Самойлов, да. Ну, это Аня, наша секс-бомба, она снималась в нескольких эротических сценах. Аня занималась деньгами, вот. У нее хорошая роль, точно. Аня, мы снимем. Суворова Ирина, врач-стоматолог высшей категории, она приснет в самом начале и сыграет роль хлопушки. Она зовет «Тынь!» Это будет вся ее роль, но за это она вылечила все нам зубы. Спасибо, Лена. Алексей Шапкин, мой однокурсник, Лёрик, он появится только в начале только, потому что иначе он заткнул бы нас всех. Мой друг Лёша Шапкин, в прошлом Леником и так далее. О других достоинствах. В общем, у него все большое, включая морду. Хорошо. Так, это мой ребенок, или плохо лежит? Мила Соловьёва, рядом, что за мальчик? Это твой мальчик? Мяу? Лев у нас занимался? Кого ты играл, Лев? Иди сюда. Кого ты играл? Я сценный режиссер на кладбище. Ну, зачем ты рассказал мне сюжет? Поклонись, сынок. Хорошо, ты не замерз? На кладбище никто не пострадал у нас. Он вырос. Мы снимали 8 лет назад эту сцену. Все, беги, Маша. Все хорошо. Макс Крылов! Вообще, профессиональнейший актер. Я думаю, после нашей картины у него все попрет. Да. Про нас поговорили с тобой. Ты принес мне цветы, не будешь. Да не тебе. Хорошо. Сейчас главная героиня нашего короткого метра и метра. Это Алина, наша любимая. Она в зале. Мы ли... Альбина, что я сказал? В нашей картине... А вы все такие слухом здесь собрались, да? Альбина, конечно, Альбина. Альбиночка. И у нас, кстати, режиссер путает имя. Это ваш аплодисмент, Макс несет цветы Альбиночки. Альбинка вот сидит в зале скромно. Альбина, ходите на сцену. Ну давайте, ну. Красавица. Сейчас увидите, вот она. Во, аплодируем. Сейчас вы увидите, что она творит. Так, ну все. Как вы понимаете, все они работали практически бесплатно. И тот, кто был под рукой, кто был свободен, у кого была какая камера в этот момент в аренде, того мы приглашали. Я Пугачев, мой друг, Илюха, спасибо тебе большое. Все. Оля Рейч, наш вдохновитель, ты снималась в кино? Да. Вы узнаете ее. Она будет в этом же костюме. Я не знаю, я сзади. Вот. Она сидела сзади. Вот, вы узнаете ее по этой позиции. Все девушки, которые сидят спиной к камере, это Ольга. Спасибо. Сергей Хохлов наша CG, наша компьютерная графика. Это человек, которому больше всех должны за это кино. Потому что так как мы снимали эмоционально, спонтанно, ну, эротические сцены, например, я не мог разделить актеров. Потому что и у актрисы, и у актера были серии. Ну и вообще было опасно сталкивать, вы увидели, они оба красивые, потом я ревновал, черт возьми, я еще на что-то надеялся, в обеих случаях. Поэтому у нас артисты снимались в одежде, хочу заявить об этом официально. Но с помощью Сергея Хохлова мы их раздевали. Серега, спасибо тебе. И не только за это. Самое сложное, что может быть в мире кинематографа, меня спросили журналисты, я сказал вам, это секс двух собак. Это снять невозможно, тем более, когда они вот только сходятся, они разной породы, они вообще друг другу никак. Но с помощью компьютерной графики мы сделали это. Отлично. Света, мой грим, Светлана, спасибо тебе большое. Она всегда крайне приезжала в костюмной площадке. Лида, это ты, я плохо вижу. Лида играла тоже на кладбище, у нас была самая большая массовка на кладбище. Мы долго не могли оттуда выйти. Сейчас я не вижу тебя. Кто ты, красавица? Кто это? Переведите мне. Ксюша, это ты? Да, я похорошела. Ксюша Радченко, господи, боже мой. С
Сейчас, Ксюша, это вот она моя любимая актриса, Ксюшенька, реально я состарился в то время, как ты хорошела, и вы увидите, как Ксюша на поклоне, она поклонится элегантно, она уже сейчас повторит свой поклон. Ксюша, хочешь повторить? Нет, нет, у тебя другой поклон, Ксюша. Не сделаешь? Я не буду его повторять. Я не встану. Руслан Лукьянов, я знаю, парня, это композитор картины. Пум-пум. Он написал все хиты, которые здесь прозвучали. Это Руслан Лукьянов. Иван Никитин. Это человек, который главный в этой картине. Это второй режиссер. Это мой друг. Это монтажер. Это он разбил геликоптер, которого мы подарили, чтобы он научился снимать с геликоптера. Ваня, цирковой артист. Ваня, сделай сальто. Ну, ладно. Покажи то, что должна была сделать Ксюша. Покажи. Ну, смелее. А, ты в костюме. Господи. Он первый раз в жизни пришел в костюме. Так, хорошо, мы продолжаем. Вот она, Клара. Ваши аплодисменты. Мы открываем новую звезду. Нашу Клару. Я зову ее Клея. У Клары даже есть фамилия. У меня она записана, но я не буду мелочиться, лезть в телефон. Клара. Она пуэрториканка. С юго-запада, и она нереальный хип-хоп танцор. И кто останется, когда мы будем петь, она покажет еще все. Сейчас, это молодой человек, кто это? Это муж? Это Толя Руденко, господи. Толя Руденко. Анатолий Руденко с нами, конечно, я помню его. Он играл в свои постельные сцены. Черт, ребята так и не смогли остаться вместе. Вот. Потому что Толя слишком слабо танцует трип-хоп. Вот. Я помалкиваю. Слава Закончинский, Славочка, наш художник-постановщик. Вообще, Слава, спасибо тебе большое за то, что ты бесплатно работал на нас. Баха, это руководитель центра логистики. Он состоял из одного автомобиля моего. Но все машины, которые снялись, вот благодаря ему. Вот. И у нас, кстати, не было ни одного штрафа. Он закрывал их удачно бумажками. Так, вот. Сережа Старочкин, ваши аплодисменты. Это смелый человек, который сейчас стоит и думает, господи, зачем я взялся за все это. Но с другой стороны, я тебе скажу, на следующий день, после окончания МНКФ, мы собрали зал больше, чем МНКФ. Да, кто здесь сейчас был на МНКФ? Вот. Я. Да. Но у нас это получится сегодня, правда? Yes. Итак, ladies and gentlemen, дамы и господа, Сергей Сергеев, правый фланг, наш фотограф, который с нами всегда, кстати, легендарный человек, потому что он фотограф, знаете кого? Сереж, чей ты фотограф, напомню мне, ты каждый раз называешь новую группу, я... Битлз! А сегодня день рождения Маккартни. Ура! И это хороший Маккартни, Лена, господи! Да я помню все, что вы. У меня еще знаете, сколько вещей я могу сказать вслух. Русская компания «Рускап», «Деловая Русь», «Шарланд», «Ред Булл». А где же вы были, когда мы кино снимали? Ох. Компания «Экокомплект», лидер рынка России в сфере монтажного домостроения по немецкой технологии «Фахверк». Автомобильная технология. Где вы были, правда? Можете, кстати, станете нашими спонсорами и во второй части нашей картины. Вода 8.2 во всей пили. Отлично. 7 фитнес-клубов. H-Fit. Хорошо. Хорошо? Скажи, не прочитал. H-Fit. X-Fit. Вода единственная выжившая сеть фитнес-клубов. То благодаря нам. Вина. Шатолый Гранд Восток. И по мне видно, что я уже попробовал. Городские рестораны «Колбасов», «Йо» и «Стейкхаус», «Гудман», Давид Маркаров, наши премьеры. Сейчас подъедут еще два главных Саши. Они подъедут после премьеры, вы их увидите. Саша... Андриенко, я помню, что ты подсказывал. Андриенко и Борисов. Вот, и как сказал бы Саша Борисов, он скажет, досмотрите, несмотря ни на что, просто досмотрите это кино, потому что здесь
Здесь шикарная атмосфера импровизации, парадокса любви, а на улице не усваивает температуры и ковид. Выбирайте. Оставайся здесь. Мы для вас можем показать ее раз 10 сегодня без остановки. Все. Целую вас, обнимаем, снимаем эти штучки. Давайте. Хорошего вам сердца, вовремя просмотра. Хорошего настроения. Альтернативная комедия. Йо-йо. Давид. Ну что? А? Досмотрите до конца. Нет, он говорит, досмотрите. 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 Пожалуйста. Досмотрите до конца.